Итак, берем ножницы и отрезаем две одинаковые полосочки бумаги. Теперь из одной полосочки мы делаем кружок. И из второй полосочки мы делаем кружок. Положим одну сюда, чтобы видно было, что здесь начало. А на второй полосочке, на начале, для пущей видимости, мы нарисуем фломастером вот такую фиолетовую метку. И здесь точно так же нарисуем фиолетовую метку. Вот. Теперь берем два кружочка, прикладываем начало к началу. И начинаем этот кружочек плавно вращать вокруг одного кружка. И мы видим, что кружок своим началом вернулся опять в начальную точку. Ну, пока логично. Длина окружности этого кружка равна длине окружности этого кружка. И он, чтобы сделать полный оборот, должен проехаться полностью. Логично? Логично. То же самое берем с двумя монетками. Две монетки. На обоих нарисовано 10. Ставим вот так вот. Теперь эта монетка, держим ее пальцем, а эту начинаем ехать по нашей монетке. Мы видим, что эта монетка сделала полный оборот всего на полпути. Как так-то? Как так?